Аффирмации на 26-е лунные сутки. Я в безопасности здесь и сейчас. Я вижу то, что мне надо. Все, что в этой жизни происходит, правильно и имеет свой смысл в пространстве и времени. Я полностью открыта жизни и радости в этой жизни. Божественный план притворяется в жизнь. Я могу все простить. Я веселый, счастливый человек с оптимистическим взглядом на жизнь. Я избавилась от напряжения, страхов, неуверенности в себе. Я избавилась от чувства вины и обиды. Я добилась гармонии между моим телом и моими мыслями. Я хочу познать все, что мне необходимо для прекрасной жизни. Я знаю, что любая моя мысль закладывает события будущего. Каждый из нас внутренне связан со Вселенной. Осознав это, мы обеспечиваем гармонию тела, мыслей и эмоций. Я человек решительный. Мне нет надобности бороться за то, чтобы в моей жизни произошли перемены. Я концентрируюсь на мыслях, которые позволяют мне чувствовать себя хорошо и уверенно. Я меняюсь и расту. Я себе нравлюсь. Я привлекательная. Я знаю, что мой разум создает все события в моей жизни. Я полагаюсь на собственную силу. Я иду по жизни и поддерживаю себя с любовью. Все хорошее происходит само по себе, как только я пожелаю этого.